Чикаго, и тогда победил Селимов. И вот теперь в первом же бою человек, который сегодня выиграет, обязательно, если не случится какого-то несчастья, обязательно будет в призах олимпийских. Кстати говоря, здесь же, в этой части сетки жеребия, и узбек Багдион Султонов, который уже выиграл свой бой, тоже очень опасный соперник. Ну все, Альберт Селимов, дагестанский боксер против Василия Ломаченко. Знают друг друга, как себя. Смотрим. Первый раунд. Селимов в центре. Ломаченко так начинает его закручивать. Оба осторожны поначалу. Знают силу друг друга. Ну посмотрим. Пока у нас 4 победы в первых боях. Вчера выиграли Ковалев и Баланов. И вот сегодня еще двое. Селимов и олимпийский чемпион в этом весе Тищенко. Но он перешел в следующий легкий вес. Пока много нервов. Мало активных действий. Пытается, не попадает. Селимов с дистанции бьет Лобаченко. Стойкий, он может быть сторонний, и так, и сяк. Технически очень совершенный боксер. Если можно сказать, очень совершенный. Очень хорошо подготовленный. Ну что, половина раунда позади, пока по нулям. Правый боковой бьет Селимов, нет, судьи не считают. Зрители начинают свистеть, им хочется. Вот попадает навстречу Селимов, тут же зарабатывает очко. Вы все видели сами, как будто услышал такой недовольный гул трибун. Зал, я не скажу, что полный, но для самых первых дней боксерского турнира олимпийского можно считать, что забит. Китайцы знают толк в боксе, тем более в последние годы. Тем более в последние годы они подбираются на самый верх. Лучший китаец в этом весе, Ли, призер чемпионата мира, уже выиграл свой бой. Так, одно очко, один встречный удар Селимова дает ему маленькое преимущество в первом раунде. Напоминаю, это 57 килограмм, полулегкий вес. Где-то здесь на трибунах Виктор Рыбаков. Вице-президент нашей федерации, чемпион Европы в этом весе и призер Олимпийских игр в Москве, бронзовый. Фух. Послушаем, если услышим голос Александра Лепсика, главного тренера, секундирующего всех ребят. Наша сборная самая представительная здесь на Олимпиаде. Все 11 весовых категорий. Значит, здорово прошли квалификации олимпийские, отборочные турниры, которые давали лицензии. Вот этот удар. Левый дергает на себя Селимов соперника и точно в голову. А это все, как видите, вблизи, в перчатке, в плечи. Минимальное преимущество, но оно есть. И это хорошо. Чуть спокойнее после первого раунда. Поехали, второй. Наших болельщиков очень много. Верхний ярус трибун заполнен ими. Флаги, крики. Россия, Россия, Россия. Очень плотный бой на ближней дистанции. Аккуратно, только не травмироваться, чтобы. Спуску они не дадут друг другу до самой последней секунды. Ломаченко пытается идти вперед. Нет, ничего не получается у него. Селимов контролирует сейчас центр ринга и бой. Все время встречает соперника. Вот сейчас левый, правый. Где-то пропускает удар. Судьи регистрируют 2-1. Одно очко преимущества. Голову Селимов, увидели все сами. Еще раз попадает и зарабатывает. 2 очка подряд. Очень хорошо. 2 раза правый боковой через руку приходит. И Ломаченко не может ничего этого противопоставить. Встречает Селимов левый в голову. 5-1. Здорово. Все очевидно. Вы все видите сами. Ломаченко сейчас начнет нервничать. Ему нужно идти вперед, выбирать этот разрыв. И вот тут-то как раз его Селимов и будет встречать.
замечательный кусочек вот этого второго раунда вселяет в нас очень радужные надежды. Но не будем спешить, это же все-таки бокс, не шашки. Правый попадает, Серебов тут же пропускает. 2-5, 3 очка разницы. Ничего, все нормально. 40 секунд до конца. Главное глупости не делать, как говорят тренеры в таких случаях. Проваливается Серебов. Но, к счастью, без последствий. Я имею в виду, не проваливается на пол, нет, а провалился, атакуя. И опять во встречном бою размен вблизи. Опять вяжут друг друга. 2-5. Подустали, конечно, но еще впереди полбоя. Попадает сейчас Ломаченко. Аккуратно надо быть. Вот он попадает. Тут же третье очко ему дают судьи. Правый подряд еще раз попадает Ломаченко. Он бросился в атаку, желая во что бы то ни стало сравнять счет. После двух раундов бьет еще раз. Мне показалось, что попал украинский боксер. Но там 5 арбитров. Вы знаете, что 3 из них должны признать удар точно. И нажать на кнопку в течение 5 секунд. 5-5. Концовку раунда проигрывает Селимов. Правый боковой опять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы помните, какой был счет? 5-1. И уже 6-5 проигрывает. Ну, кто мог предположить такой второй раунд? В размене 7-5 пропускает Селимов еще раз. Ну, что же сейчас ему скажет Лебзяк? Отдадим должное Василию Ломаченко, потому что, казалось, он начинает проигрывать во втором раунде. Но тут же перехватывает инициативу. 7-5, а было 5-1. Фу. Вот. Застаивается чуть-чуть Альберт Селимов и пропускает правый прямой в голову. А здесь бьет, вроде друг друга попадают. Нет, мимо, уклон, плечи. И опять то же самое, правый прямой. Мне кажется, в этот момент стал нервничать, забыл о защитах и поэтому пропустил лишнего. 10 секунд до конца. Отдыха, я имею в виду. Третий двухминутный раунд. Не знаю, как вы, не могу привыкнуть. Сколько уже лет это? Двухминутные раунды, 4 раунда. Это все-таки не тот бокс, к которому все привыкли. Полноценные трехминутные раунды. Когда третья минута проверяется не только искусством боксов у каждого, но еще и характер. Через не могу. Третий раунд. 5-7. Альберт Селимов проигрывает Василию Ломаченко. Это не может нам нравиться. С дистанции Ломаченко очень легко двигается на ногах. Видите, все время закручивает. Останавливается. Нет, Селимов не попадает. У них похожий бой был на чемпионате мира. Вот. Год прошел с дистанции. Опять правый в голову прямой. Ничего против него не может Селимов. 8-5. Ну что же такое? Ломаченко подготовился очень здорово к этому бою. Ничего не скажешь. Оба заслуживают медали здесь, но жребий есть жребий. 5-9. 4 очка проигрывает чемпион мира прошлогодний Альберт Селимов своему самому главному сопернику. Ой-ой-ой, остается минута здесь и четвертый полный раунд. 4 очка. Не вижу рассечения. Рефери обходится сам, нет, просто кровотечение. Слева бросается Ломаченко. Вперед попадает опять. 5 очков проигрывает Альберт Селимов. Говорит, иди сюда, оба они друг друга знают хорошо. Давай, кто лучше? Ломаченко хамить начал, надо наказать его за это. Да, украинец в порядке, ничего не скажешь. Сейчас ведь еще, знаете, вот то, что табло колоссально висит над рингом. Все видят результат, боксеры тоже. Это влияет на психологическое их состояние. Вот пошел размен. Вот так вот они будут и весь четвертый раунд работать. Только уже жалеть друг друга не приходится, но в этом размене судьи дают предпочтение украинцу. Вот в чем дело. 8 очков, это уже очень много. Кто мог представить себе, что в начале второго раунда, что так все будет происходить? 57 килограмм. Пекин. Альберт Селимов проигрывает в конце третьего раунда 8 очков своему, не хочу сказать, извечному сопернику. Ломаченко это 20 лет. Но главному сопернику, пожалуй, за последние месяцы. Так. И всяк, вижу, разводит руки, стоя перед боксером. Что ты делал? Почему? Что происходит? И Селимов разводит руки. Дескать, не получается, не могу в него попасть. 8 очков проигрываем мы.
Неужели в этом весе, в котором столько надежд, посмотрите, как чуть-чуть застоялся и правый пропускает в разрез прямой. Вот вроде бы прижал в углу, лишил Ломаченко возможности двигаться. Ломаченко здорово очень передвигается. И хамит все эти американские штучки. Там иди сюда, попади, попробуй. И вот этот размен. Я думаю, что в четвертом раунде мы увидим точно такой же. Но судьи-то здесь отдали все в одну сторону. Остается 2 минуты. Бокс. Один удар может все решить. Селимов в синем углу против Ломаченко. Селимов тут же идет вперед. У него нечего делать. Ему нужно идти, начинать работать самому. Нужно идти и работать. А Ломаченко просто уходит от боя. Просто уходит. Попробуй, попади. Селимов достает его. Нет, судьи не фиксируют. А здесь... Неужели он уже психологически смирился с тем, что ничего не может сделать? Ведь так хорошо все начиналось. Какое было начало второго раунда? Последняя минута сейчас пойдет, но там через 15 секунд. Сделать ставку на один такой акцентированный удар, попытаться все решить, так ведь надо попасть. Смотрите, как Ломаченко передвигается легко. Ему время на руку работает. Иди ко мне, иди, давай попробуй. А я сюда уклонюсь, а я сюда, вот сюда. Вот пропускает. Доктор, наконец-то судьи дают очко. Это вообще замерз счет с начала второго раунда. Вы помните, счет-то был 5-1. И только теперь Селимов получает очко. 40 секунд до конца. Ну надо идти работать концовку в любом случае. Ломаченко просто откровенно, совершенно пытается сделать, так сказать, своего соперника клоуном, как иногда вульгарно, так немножко шутят боксеры. Иди, попробуй, попади, я сюда, я здесь, на, попади, вот тебе навстречу удар. 6-14. Да. Неофициальные, но такие, будем считать, полуофициальные планы нашего бокса. Здесь 3 золотые медали, как было в Афинах. Ну не опускаться же вниз, правильно? И одна из этих 3, честно вам скажу, в рабочих таких разговорах и тренеров, и функционеров боксерских рассчитывали, что одна из них может достаться Альберту Селимову. Но 20 секунд до конца, и вот пошла эта сеча. Они друг друга накормят под конец, на память. 15 секунд. Попадает Селимов, 7 очков. 8, нужно, ну, только что же попал. Дернул соперника и попал правую в голову, нет. Судьи не фиксируют. 7 очков преимущества Василия Ломаченко. И украинский боксер выходит в следующий круг олимпийского турнира, где встретится с очень сильным узбеком Султоновым. К сожалению, у нас в команде первая потеря. И, к сожалению, это Альберт Селимов. Сегодня на ринг еще выйдет наш Алексей Тищенко.